Карасайском районе Алматинской области свыше 300 жителей села Дулан вынуждены ежегодно запасаться водой ведрами. Но чашу терпения переполнила последняя авария на водозаборной башне. Сельчанам пришлось неделю сидеть без воды. Амина Усенова разбиралась в коммунальной проблеме. На каком основании? А? Почему они не решают эту с водой проблему? Зовут милицию сюда. Сельчане недовольны работой подрядчиков. По их словам, питьевую воду подключают 1-2 раза в неделю и только на час. Ранее из строя вышел глубинный насос и оставил людей без воды. В соцсетях распространилось видео протестующих жителей, которых вскоре разогнали стражи порядка. А в отношении 5 граждан был составлен административный протокол. Из-за халатного отношения руководства Якимата жителям пришлось идти на такие крайние меры. По итогу наших детей забрала полиция. Каждому из них приписывают разные статьи. Моему сыну вменяют 380-ю статью. Применил силу против полиции, поэтому его держат там. Если признают вину, то ему грозит срок от 2 до 4 лишения свободы. Почему такой бардак? Можно же потихоньку что-то делать, что-то менять жизнь людей. Она не улучшается, она только в худшую сторону. Хуже и хуже. Сейчас пацанов держат уже 2 сутки. Они там голодные. На каком основании они держат? Здесь был и прокурор, все были. А детей закрыли. Более 300 жителей села подключены к 2 старым водозаборным башням 1979 года. По данным местных чиновников, в апреле сменилась подрядная организация. Поменяли старый насос и все, мол, работает в штатном режиме. Также они заверили, что в следующем году построят новую скважину и решат полностью вопрос. В одной из скважин сгорел насос. Его сменили. Мы только что поехали и проверили башню. Насос работает в штатном режиме. Дефицит возможен при сильном нагреве, потому что высокое потребление. На сегодняшний день разрабатывается проект Каскеленского трубопровода. Будет подана вода в 18 населенных пунктах, в том числе в селе Долан. И мы вот с апреля месяца первый раз сталкиваемся, если честно, с такой проблемой. Руководство решает, но народ просит водонапорную башню. Ну, если будет положительный результат, народ будет проинформирован. На сегодня проблема сельчан временно решена. 304 дома подключены к 2 скважинам. Все неисправности устранены. Конечно, напор воды желает оставлять лучшего. Но руководство подрядной организации обещало рассмотреть возможность бурения и установки дополнительной скважины в ближайшее время. Амина Усенова, Айырым Пернебек, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.